Битва городов – масштабный киберспортивный турнир под такой назвой отбылся у Гомелі. Боротьба разгорнулася на пляцовце ГДУ имя Франциска Скорини. До виртуальных баталий долучилися наши корреспонденты. Битва городов – уникальный для Беларуси турнир. Упершиню за долгий час з'явилася махчимость долучиться до удела в споборництвах аматорам киберспорту з усіх кутков Украины. У межах битвы городов проходит региональная серия турнира у дисципліні Dota 2, организованная Белорусской Федерацией киберспорту. До речи, за 3 года існування федерации проведено больше за 15 киберспортивных мероприятий. Идея была на плаву. Сигналы от регионов, там запросы у нас приходили постоянно. Другое дело, что мы пока отстраивали инфраструктуру там в Минске, мы наладили свой чемпионат. Нам важно было построить начальный какой-то этап. Теперь мы уже решили расширяться. Мы теперь видим, что ребятам в регионах не хватает вот этой вот именно соревновательной деятельности. Потому что киберспорт – это не просто гейминг, это не просто игры. Это именно соревновательная деятельность. Если ты не можешь здесь ничего показать, окей, продолжай играть, получать удовольствие в интернете, да, но не говори, что ты киберспортсмен. Масштабный турнир «Битва городов» стал и для глядачов. Весь день подарунки на их литерально сыпались. Часом треба было выполнить задание, например, отдать фото с певным хэштегом. А часом приз просто летел у залу у прямом сенсе. До кого долетить, тому и достанется. Але главное все ж таки виртуальные споборництвы. За выход у гранд-финал «Битвы городов» змагались 16 команд за своей области. Первая команда и переможцей стала гомельская сборная Team Wardens. Ну, было изи. Не почувствовали, как зал, как зал. Ну, нас, не меня лично никогда не напрягает. Эта игра была, ну, как я писал в чат, тяжелая. Да. На самом деле, когда играешь, зал не ощущается, чисто слышишь какие-то крики, и то, что комментаторы что-то говорят, а так чисто абстрагируешься в игре и ничего не замечаешь, нормально. Вначале волнительно, а потом привыкаешь. Гуляли амаль 10 годзин, покуль з усіх команд не засталася одна. Чемпіон битвы городов у Гомелі – команда мясовой киберспортивной организации «Платун». Ее спортсмены и представят нашу область у гранд-финале у Минску 24 листопада. Вероніка Гамзюкова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».